А вот рать нашел под сосной. Вот такой вот грибочек интересный. Такой я раньше не видел. По правде говоря, шляпка заострена по центру. Такой коричневый или какой-то бронзовый, что ли, цвет. Ножка тоже плотная, толстая. Шляпка сухая. Было несколько штучек. Не знаю, что за гриб. Надо почитать. Он более мелкий экземпляр. Вот парочка. Вот малышок тоже. Острый какой. Что тут у нас есть интересно? Такой плотный гриб. Почти без запаха. Идем к машине. Походили знатно. Хотел насобирать вот таких грибов. Это масленок, да? В сосновых лесах растут. Но тут чего-то их очень мало. Прям очень-очень мало. Несколько штучек только нашел. Ничего там нет. Что-то не урожай намаслят в этом лесу. Пойдем дальше.